Добрый день, дорогие друзья! На связи Алена Бондарь. Сегодня среда, 22 мая. А это значит очередной выпуск нашей рубрики «Круизная среда по средам». И сегодня этот выпуск я хочу посвятить именно вам, моим друзьям, моим знакомым, которые уже давно следят за мной, которым я не раз приглашала в клуб, и которые говорят: не сейчас, не на часе, потом, это дорого, и другие возражения. Сегодня с нами будут наши партнеры, которые обязательно. Этот вид отдыха, этот клуб и эти невероятные возможности. Ура! Добрый день, друзья! Очень рада видеть вас. Представляю вам наших партнеров, моих друзей, моих очень-очень таких вот самых эмоциональных и самых отверженных путешественников нашего клуба. Я думаю, что вы точно подходите под это определение. Это Виктория и Марк Даугавет. Благодарю вас, ребята. Да, спасибо, что вы согласились сегодня выйти со мной в эфир. Потому что сегодня я хочу как раз и поговорить о том, почему мы с вами выбрали этот вид путешествий, этот клуб наших путешественников, да, почему именно с нашим клубом путешествовать выгодно и как это делаете вы. Я немножко еще о вас расскажу, буквально пару слов. Друзья, Виктория и Марк посетили уже более 110 стран и побывали уже в 60 круизах. Ребят, ну расскажите вообще, что для вас путешествие? Почему круизы? Благодарим, Алена, за такое красивое вступление. Очень приятно. Очень рады с вами быть знакомым лично. Да, мы очень любим путешествовать. И всегда, всегда путешествовали еще и до клуба. Очень любили круизы. До клуба у нас уже был 21 круиз. Вот когда-то возникла идея связать свою жизнь с бизнесом, связанным с круизами. И вот моя мечта воплотилась. Меня поддержал Марк, за что я ему очень благодарна. И с тех пор мы путешествуем, уже было 60 круизов, да. Это да. Почему мы любим именно круизный вид отдыха? Да. Наверное, потому что мы можем открыть как можно больше интересных уголков на планете Земля. И воплощаются все мои мечты. Ну да, я тоже полностью согласен, потому что сравнительно за короткое время мы открыли 111 стран для себя. Да? Это невозможно, если просто-напросто передвигаться. Надземно. Ну, то есть это надо кучу времени, кучу каких-то ресурсов денежных и так далее и тому подобное. Да? А вот именно благодаря круизам все это воплощается очень довольно-таки быстро. И есть даже такая статистика, что благодаря круизному отдыху, если вы можете 4-5 раз в год путешествовать, вы можете от 5 до 10 лет посетить абсолютно весь мир. Да. Да, это супер. Ну, я думаю, что вам уже половину вы уже точно прошли, да? 111 стран, обычно где-то там 220 считается стран. То есть у вас уже есть добрая половина, и я желаю, чтобы вторая половина у вас еще быстрее прошла. Ребят, я просто всегда восхищаюсь вашими фотографиями, и спасибо большое, что вы делитесь своими эмоциями со всем миром, вот в Инстаграме, во всех соцсетях выставляете свои путешествия, да, места там, где вы побывали, где вам понравилось. Но я думаю, что вы согласитесь, что ни одни фотографии, никакое видео не передаст те эмоции, которые мы ощущаем, когда мы находимся в этом месте. И вот это я хочу сказать именно для тех, кто сейчас пока еще не с нами и думает о том, что он может смотреть мир вот с экрана телевизора или там по видео YouTube, и все это для него это хорошо, ему это нравится, ему это подходит. И вот, ну, вопрос в том, вообще можно ли получить те эмоции, глядя это по телевизору? Я думаю, что нет, а вы?
Ну скажите, пожалуйста, допустим, вот попробовать такой фрукт экзотический, как манго. Конечно. Им можно, тот человек, который обладает очень хорошим словарным запасом, он может это описать. Но все равно я не пойму на вкус, насколько это для меня именно вкусно, прекрасно, насколько это необычно. Точно так же и в круизах, и в путешествиях. Да? Пока вы сами не ощутите, вам могут тысячу раз рассказывать, показывать, но вы не ощутите полную эмоцию, всплеска вот этих вот радости, каких-то там эмоциональных вот таких вот своих вот моментов. Да, да, вы конечно. Сами не ощутите. Пока не очутитесь там, да, вот и все. Мы как раз недавно говорили на эту тему, что наши партнеры, когда отправляются в какую-нибудь интересную страну, вот тот же Карибский бассейн, говорит, да, мы смотрели очень много раз ваши фотографии и других людей, кто там был, и мы представляли, что там будет, ну, такого цвета лазурного вода. Но да. Когда мы там оказались, да. Это невозможно сравнить с тем, что ты видишь мир на картинках, или ты сам уже находишься в этом месте, на Каймановых островах, ты плаваешь со скатами, тебя переполняют эмоции. Но как это возможно передать на картинках? Это невозможно передать. Но и я потом считаю, что когда вы в местах силы оказываетесь, таких как, вот, например, Столовая да. гора в Южной Африке, вы знаете, да, мощные такие сильные места, или, например, когда мы были на Мачу-Пикчу, или когда мы были на Бали, это места силы, да, и как возможно передать энергетику? Невозможно передать, ее нужно только прочувствовать. Да. Поэтому обязательно путешествуйте самостоятельно, не смотрите картинки. Вы загадайте себе те места, которые вы хотите для себя открыть, и обязательно туда отправляйтесь. Да, конечно, друзья. Все мы составляем карты желаний, да, каких-то, мечтаем о том, что побывать там или там, в каких-то странах, в каких-то городах. Но зачастую наши желания так и остаются на этих картинках, да, вот то, что мы нашли в журнале, вырезали эту картинку, и на этом все остановилось. С нашим клубом вы можете это делать гораздо экономнее. Ребят, но у меня такой вопрос. Вот, помимо того, что вы являетесь заядлыми путешественниками, вы также ведете успешный бизнес в нашем клубе, и уже вы достойно несете, так сказать, знамя интернационального директора да, в нашем клубе, и у вас большая команда. Как вы объединяете путешествия и бизнес? Вот я знаю, что вы большое время проводите в путешествиях, а когда же делать бизнес? Раньше у нас было два своих бизнеса. Естественно, мы начинали как обычные люди, бизнесмены. Вот. И мы старались первый год совмещать активно это. Да? А потом увидели перспективы именно здесь, увидели эти возможности, что этим мы охотно делимся с людьми, и люди это принимают. Вы знаете, даже сейчас, вот, когда едешь уже в очередной свой круиз, не столько впечатлений и радости испытываешь от этого, сколько те люди, которые благодаря тому, что ты когда-то им да. дал возможность, поехали и рассказывают. Марк и Виктория, благодарим вас, это так круто. Почему я не сделал это раньше, да? Почему вот я сегодня только как бы решился только на это, да? Надо было раньше. Я говорю, ребят, у вас еще все впереди, да, но... Хорошо, что вы сделали да, этот да, шаг. Хорошо, что вы это сделали. Многие же просто сидят и наблюдают очень долго. У нас вчера вот буквально встреча, мы вышли во двор, к нам подошла девочка, говорит, ой, я вас знаю, я наблюдаю за вами на Facebook, вы так классно путешествуете. Я говорю, так присоединяйтесь, вы же тоже можете точно так же путешествовать. Ну, это, наверное, нереально. Я говорю, как нереально? Я говорю, мы же такие же люди, как и вы, абсолютно. Вот, знаете, почувствовали себя как инопланетяне, мы такие приземлились от на тарелке. Да? Да, поэтому сделайте этот шаг, примите это решение. Это же все в ваших руках. Абсолютно. Так что, ребята, если кто-то еще рассматривает, присматривается, для кого-то, может быть, покажется, что это невозможно для него, для всех это возможно. Для всех реально, пожалуйста, вы просто сделайте этот шаг, примите это решение, и у вас все точно так же. Но многих людей ограничивает их окружение, да? Да. Потому что, допустим, мы жили мнением тех людей, вот, допустим, наших родителей, нашего окружения, которое было предыдущим, да, те, которые люди вот в бизнесе нас окружали. Мы бы до сегодняшнего дня, конечно, бы не занимались этим, потому что у меня довольно-таки за годы образовалось такое
окружение, которое позволяет себе, благодаря их бизнесам, посещать весь мир без даже клуба. Да? И вы думаете, за эти 6 лет люди побывали где-то? Нет, абсолютно нет. Потому что, как правило, у тех людей, у кого имеются деньги, у них нет времени. Да, безусловно. И, как обычно, мы говорим, самое страшное, что с вами произойдет в нашем клубе, это вы 100% будете путешествовать больше, лучше, выгоднее и интереснее. Я думаю, что это действительно... На 100%, потому что вот и сейчас смотрят мои партнеры наш эфир, с которыми мы совсем недавно забронировали круизные путешествия, и девочки из Украины, несмотря на все эти события, они отправятся в круиз по норвежским фьордам, большой компанией, ну, уже своих подруг, своих партнеров, и я, вы знаете, тоже вот всегда очень радуюсь, когда партнеры, девочки, ребята говорят: спасибо, Ален, что вот ты показала нам этот путь, что ты дала нам эту возможность. Вот где бы мы сейчас были, мы бы точно не путешествовали. И за время вот последних 2 лет, когда происходит не очень веселое событие, в общем-то, во всем мире, то мои партнеры из Украины, некоторые побывали уже даже в 3-4 круизах. Могли бы они себе позволить? Конечно же, нет. Как сейчас не могут позволить многие украинцы. Вот. Ну, еще мне очень интересно, ребят, ну, прям горю желанием узнать, какие у вас планы. Ну, если это можно, да, вот какую из стран вы еще планируете посетить? Ну, и заранее тоже такой вопрос, вот где вам больше всего понравилось? Что, ну, может, континент или страна, или остров? Вот что у вас в приоритете? По планам у нас сейчас будет 2 круиза по Средиземному морю. Мы были там уже много раз, но все равно с удовольствием мы любим и повторять греческие острова, Италию обожаем, и в Барселоне опять снова будем. То есть даже несмотря на то, что мы были там по 8, по 10 раз в одной стране, все равно ты приезжаешь и видишь ее совершенно другого ракурса. Ну, во-первых, на другом лайнере, да? Да, потому другом что лайнере, совершенно да. Новый лайнер сейчас спустили. У нас спустили сейчас на будет очень хороший круиз. Буквально вот сегодня опубликовала в сторис, что сколько дней Forbes осталось. Его призвал самым лучшим средиземноморским круизом. Новый лайнер Sun Princess. Мы на него будем праздновать наши дни рождения в середине лета. Забронирован замечательный. И еще у нас будет круиз в начале осени. Это Кунарт мы тоже очень любим, это класс, вот, и у нас тоже будет интересный маршрут с Италии в Барселону. А по поводу, какое место больше всего нравится, ну, мы любим природу, я лично очень люблю природу, и я очень люблю острова, которые очень красивые, такие как Бора-Бора, очень давно там не были, надо обязательно повторить. Я люблю Индийский океан, я люблю Мали, это Мальдивы, да, Сейшелы. Да. Я очень люблю сторону Азии. Мы там тоже любим бывать. Кстати, в этом году мы были на день 14 февраля на острове Бали. Обожаю это место. Тоже с энергетикой великолепное тоже место. В круизе вы были? Да, конечно. У нас на Бали мы 3 дня оставили. У нас были и до круизные путешествия. Всегда мы объединяем. Если мы куда-то едем, мы можем еще расширить наше путешествие. Кстати, наша система бронирования позволяет и отели выбрать намного дешевле по цене, чем если бы мы брали где-нибудь даже на Booking.com. На Booking.com, да, безусловно. Сравнительный анализ у нас там получался цена чуть ли не в 2 раза выгоднее, чем если бы я взяла на Booking.com. При том условии, что мы уже там статус гениус имеем 3-го уровня. Но в нашей системе бронирования получается намного выгоднее. Так что любим мы экзотические места, очень люблю Японию, обожаю Китай, люблю Африку, обожаю сафари. Мы были там несколько раз и очень хочу еще раз, может быть, даже получится в этом году еще раз отправиться в Африку. Планов очень много, и я считаю, что мы счастливчики. Те люди, которые в клубе, они просто они обладают большими возможностями чаще путешествовать, какие-то уникальные места на планете Земля.
И вот, кстати, у нас недавно было Spring Party. Наши партнеры тоже делились уникальными маршрутами, где они были. Но это потрясающе. Кто-то обогнул, например, Южную Америку, побывал чуть ли с заходом в Антарктиду. Кто-то бывал в таких интересных экзотических местах, как мы рассказываем, это и Филиппины, и Япония. И мы радуемся за них, что не только мы путешествуем, уже огромное количество людей по всему миру открывает для себя интересные маршруты. Так что это здорово, такое сообщество путешественников, где мы друг другу рассказываем, это очень интересно. Здорово. А что для вас вообще в приоритете, вот когда вы выбираете круиз? Вы выбираете лайнер или маршрут? У меня два варианта. Либо мы выбираем новый лайнер. Я тоже на презентациях говорю, что у нас же, посмотрите, как быстро развивается сферная индустрия. Да. Потому что очень много строится новых лайнеров. И я когда-то себе загадала, что я хочу побывать на всех самых новых, и уже года 3 или 4 мы так и делаем, да, вот выходит новый лайнер, мы буквально через несколько месяцев на нем или инаугурационный. А в этом месяце у нас в июле будет вот Sun Princess. Мы смотрели новые лайнеры, когда только появились Virgin компании, мы уже практически на всех их были. Потом новый Norwegian Anchor, там, где гоночные трассы на Эльбе. Да, супер. Вот моя цель либо посмотреть новый лайнер, совершенно новый, который вот Мардигра, например, лайнер, где американские горки. Да, вот мне было очень интересно. Кстати, одно из самых ярких по впечатлениям таких путешествий было именно на этом круизе. Или второй вариант, как я выбираю круиз, мы открываем новые страны. Да, мы выбираем какой-то интересный уникальный маршрут, где можно увидеть новую страну. Ну да, что да, там. Да, уже лайнер не имеет значения, это уже просто устраивается маршрут. Если мы едем в Южную Африку, лайнер был проще, но маршрут был интересен. Практически чуть ли не там не 3 недели, а если не больше, да, были на очень красивом маршруте с Европы в Южную Африку, и мы посмотрели очень много по дороге стран. Это были Сейшелы, Маврикий. Ну и, конечно, Дурбан и Кейптаун тоже произвели огромное впечатление. Так что вот у нас... Ну, и я знаю, что вы уже несколько раз пересекали экватор. Это сколько уже у вас раз? 9 раз. Вау, супер! И каждый раз, ну, я слышала, по-моему, даже от вас, что каждый раз вы получаете какой-то вот такой сертификат, да, что вы... Да. Вау, супер! Друзья, ну, кто бы хотел вот получить сертификат, что он пересек экватор? Это же так здорово! Я, например, мечтаю об этом. Мы тоже с мужем были в Южной Америке, но мы летели в Буэнос-Айрес, и поэтому такого сертификата не имеем. Но, конечно, нужно это все догонять. Вот, друзья, ну, это невероятная вообще история, вы рассказываете, и я думаю, что наши слушатели тоже могут задавать нам вопросы. Ребят, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, а то что-то не видно у ваших огонечков, дайте нам огонечков, сердечек, чтобы мы знали, что, да, что мы для вас. Спасибо. Да, спасибо большое. И, ну, что бы вы хотели, может быть, пожелать тем людям, которые сейчас еще думают, которые не знают, может быть, войти в наш клуб или путешествовать самостоятельно, которые думают, что круизы – это не для них? Угу. Пару слов. Не думайте, ребята. Принимайте решение сердцем. Это самое главное. Вот что вам сердце подсказывает, то и правильно, потому что на самом деле это самое лучшее решение, которое мы принимали в своей жизни вот 6 лет назад, когда рассматривали для себя возможности вступления в наш клуб. И я себе благодарна до сих пор, что я не прошла мимо, что мое сердце мне правильно подсказало, да-да, это же именно то, что ты всю жизнь искала, то, о чем ты мечтала, обязательно нужно воплощать в жизнь эту идею, вести бизнес, связанный с круизами, много путешествовать. И я вам всем искренне рекомендую не пройти мимо. Потому что возможности к нам каждый день стучаться, но не все, к сожалению, замечают. Да. Да, вот это вот
важность большая. Заметьте эту возможность и примите правильное решение, потому что вы будете больше путешествовать, у вас расширится круг знакомств, ваше окружение будет позитивное, целеустремленные люди. Смотрите, мы со всего мира встречаемся на разных бизнес-форумах, у нас уже такое большое сообщество, куда бы ты ни прилетел, в какую бы ты страну ни приехал, всегда есть партнеры нашего клуба, которые себя с радостью могут встретить, показать что-то уникальное в той стране, где они живут. Это интересное сообщество людей, влюбленных в жизнь. Поэтому, если вы такой позитивный человек, принимаете решение правильно и тоже присоединяйтесь. И я вот, кстати, недавно Марку тоже говорила, люди разные. Есть такие, как мультики, помните, были «Ох и ах». Да. Помните мультики? Да, конечно. Да? Вот в нашем сообществе люди, которые «ах», которые любят удивляются всему, что они видят в мире. И это очень здорово. Вот это вот отличительная черта. Поэтому, если вы такой человек с позитивной энергетикой, вам здесь будет очень хорошо. Я отвечу на вопрос. Я увидела, кто выдает сертификат о прохождении экватора. Во-первых, сама церемония всегда очень интересная. Ой, в каждом лайнере она по-разному проходит. Во-первых, выбирают добровольцев, кто хочет принять участие. Может быть, кто-то первый раз. У них прям даже целое действие происходит. Собираются на открытой палубе рядом с бассейном, выбирают Нептуна. У нас, кстати, партнер из Латвии был когда-то выбран, и он был как Нептун на этом празднике. Там разные русалки смешные, и все это действие происходит очень весело, целый парад. И потом вот этих посвященных, кто проходит экватор, кто-то поливают с ковшика морской водой. Или какими-то тортиками их там размазывают. Или там вообще поливают шоколадом, еще мукой обсыпят сверху. Но это очень веселое действие. И, конечно, сертификат выдается, он приносится подписанный капитаном с вашим именем и фамилием, что именно в этом месте, в этой точке земного шара вы пересекли экватор. На таком-то лайнере, да? На таком-то лайнере такого-то числа, и подпись обязательно капитана там есть. И если вам вдруг не принесли, вы можете подойти на ресепшн и сказать, где мой сертификат. Что за дела? Да, но нам всегда приносили, но на всякий случай, если не принесут, вы можете на ресепшн обратиться, вам обязательно его выдадут именной. Вот, так что это интересно. Конечно, интересно. А что у вас еще, вот какое любимое развлечение или чем вы занимаетесь на лайнере? Вот переходя экватор, кстати, получается, что в это время вы несколько дней в море, правильно? Ну, как правило, да, там несколько дней. Такие переходы, которые... Самое любимое, это когда мы находимся в океане, в море. На суше все время надо бегать, там открывать для себя. Ну, мы очень любим именно вот... Чтобы было и то, и то. Да, да, да. Вот да. Когда у нас есть такой круиз, который несколько дней в море, или, например, интересные страны мы открываем, потом опять несколько дней в море, это самые любимые маршруты, потому что у вас есть возможность насладиться тишиной, покоем, прочувствовать, что это такое, вот этот океанский воздух, да, закат, в открытом океане, когда нету никого вокруг, ни одной птицы не пролетает, это просто фантастика, и это очень здорово. Я вам всем рекомендую идти в какой-нибудь трансатлантический переход, у вас есть возможность, во-первых, познакомиться с самим лайнером, особенно если это новый современный инновационный лайнер, да и даже и неважно какой, все равно... Вы, когда идете на круиз по Европе, у вас каждый день новый порт. Вы прибегаете вечером, вам надо переодеться, потом ресторан, театр, еще какая-то дискотека, еще перекусили на ночь, вроде как бы все успели, но ничего не успели. А вот когда вы несколько дней в море, и у вас есть возможность пойти во все рестораны, на все шоу, посмотреть все локации, пообщаться с людьми, с которыми вы там можете познакомиться. Это совсем другой отдых. Я такой круиз вот люблю, когда много дней в море, есть возможность отдохнуть. Тебе как? Абсолютно, абсолютно. Я люблю длинные круизы, потому что... На месяц самое лучшее. На неделю это вообще ни о чем. Да, ты только пришел, разобрал чемодан и сразу надо опять собирать, поэтому мы любим такие очень длинные круизы. Самый длинный у нас был, по-моему, в районе 70 дней. Это было несколько круизов, которые еще мы объединили с подземной программой на Южной Америке. Но есть круиз, самый большой, в котором мы были, это 30 дней. Мы шли с Лос-Анджелеса. Нет, с Лос-Анджелеса мы шли в Сидней. Вот с Европы, да, в Африке. Тоже 30 дней. Ну да, это на втором месте. Почти столько же там. Ну, в общем, ребята, выбирайте классные маршруты.
открывайте для себя интересные экзотические страны. Ну и не забывайте про Европу, она тоже классная, потому что даже в Италии, вот у нас недавно, кстати, было мероприятие «Белла Италия», где мы признавались в любви этой стране и показывали самые интересные места, потому что она настолько многогранная, Италия, это и Венеция, это и красивое Амальфийское побережье, это и невероятный север Италии, да, вот где Стреза, где Изола Белла, островочек такой, это прекрасная Сицилия с Таурминой и так далее, и так далее, и так далее, можно перечислять до бесконечности, и она везде разная. Италия абсолютно похожа, каждый город отличается друг от друга. Единственное, что у них объединяет, это, наверное, такое настроение всегда солнечное у людей. И когда ты идешь по Италии, всегда тебе будет «Белла, Белла, красивая, красивая». То есть все женщины себя там чувствуют «Беллой, красавицей». Это в чем очень большой плюс именно вот таких вот встреч, да, нашего клуба, что многие люди, смотря на нас, на картинки вот эти вот, загораются. Когда начинают искать себе в своем окружении попутчика, как правило, этого не находят. Потому что люди тоже не были еще здесь. А когда мы общаемся, и у нас вот есть общие какие-то идеи, какие-то мысли, да, и люди говорят, а поехали вместе вот знакомиться в этом клубе, да, и образуются такие вот уже как бы компании, да, которые очень сложно найти среди тех людей, да, которые ни разу это не делали. И, как правило, эти люди, я подумаю еще раз, да. А когда вы приходите, да, даже один человек, вот тут насколько уже объединялись, так и ехали там большими компаниями, да, то есть те, которые в клубе. Во-первых, у вас большой плюс, у многих уже есть опыт, да, вам подскажут. Конечно. Будете себя одиноко чувствовать, это точно. Да? И страха нет. И страха абсолютно нет. Поеду, да, как я поеду, я забыл, что с аэропорта не доеду, в гостинице, еще что-то. Вот когда вы в большой компании едете, это веселее всегда. И конечно. Можно даже взять на всю компанию какой-то автобус, если вы идете на экскурсионную программу. Так что есть больше вариантов, когда вы в клубе. В клубе найдете себе человечка, с которым вы можете познакомиться, подружиться и много-много путешествовать. Ну да, это не только подружиться, мы сейчас уже видим, сколько образовалось пар, да, таких. Да, да. Не секрет, что все знают. У нас потому что всегда вы находите родную душу, любимую душу, когда у вас какие-то интересы общие. Да, да. И когда вы находитесь в этом состоянии. Да, да, да. Сколько вот семей разбегается из-за того, что один сидит постоянно на работе, другая там хочет поехать, да, и вот несовмещение такое. А здесь каждый второй. Помните, как в этом фильме была «Операция И», там, и другие приключения Шурика? Да, да, да. Кто хочет поработать? Я, да, и вот все. В круиз кто хочет? Я, да. Сразу же все руки поднимают. Потому что у нас, да, такие люди, у них уже накопление есть, они и не, вот нету этого времени, а когда я накоплю еще что-то там, у каждого уже накопление есть, и у каждого интерес куда-то поехать. Вот, все. Да, и тем более, что у нас есть такие чаты попутчиков, что даже если вы одиноки пока, то вы всегда можете себе найти партнера или партнершу, или как вы хотите, познакомиться здесь еще на земле, так сказать, и отправиться вместе в путешествие. Вот я знаю, у меня тоже партнеры объединяются и едут вместе. Это очень круто. Ну, мы так приобретаем новых друзей, да. Вот действительно семьи создаются. Ну, а семьи, которые уже, как вот вы сказали, Марк, да, ну, потерпают какое-то крушение, небольшую шаткость, да, то именно в круизах они могут эти отношения наладить. Ну, потому что мужчине очень выгодно, не нужно куда-то ехать, куда-то тратить деньги на рестораны, на театры и все прочее. Каждый вечер он выгуливает свою супругу в шикарных платьях, ну, вот и в рестораны, и в театры. Каждый вечер на лайнере происходит масса мероприятий, на которые мы всегда, вот, будучи в круизе, ну,
приобретаем специальные наряды, да. Вот я знаю, что тоже вот на Virgin, Scarlet Night, вот это, да, я тоже была на Virgin, мне очень понравились эти лайнеры. А, и вот там красное платье, да, потому что Scarlet Night. А, и мы всегда вот преображаемся, и, ну, я всегда очень серьезно отношусь к своим нарядам. Виктория, вы всегда тоже поражаете разнообразием. И, ну, наверное, я не знаю вообще, как вы едете? У вас, наверное, 4 чемодана. Нет, у нас все гораздо проще. Просто мы едем, берем, как обычно, если неделю, дней 10, это ручная кладь. Но, скажем так, я даже больше инициатор зайти в какие-то там магазины, какие-то бутики. А, что-то, да. Ну, да, потому что мне это нравится, честно скажу, да, потому что она преображается. И, наверное, не секрет для любого мужчины, где вы больше получаете негатива, да? Когда вы в бытовом вот таком вот маритесь котле, да? А там вы об этом ничего не думаете, как вы правильно сказали, что мужчина не думает, что заказать в ресторане, потому что цен нету. Там все оплачено. Да, 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 да. Любое, скажем так, шоу, оно тоже бесплатно. То есть все, как говорится, уже включено, поэтому... На расслабоне просто чувствуешь себя комфортно и хочется как можно больше времени проводить вот в таком вместе, да, месте, и да. Вместе, да, это настолько приятно, да, потому что действительно вот наши бытовые проблемы, как вы сказали, да, один на работе, другая дома, и вот это все, это немножечко разлад такой дает, а так у вас есть, даже если эта неделя будет у вас вместе, в красивой обстановке, в спокойной обстановке, это, ну, это точно укрепит вашу семью и, возможно, сделает это, ну, таким действительно вашим хобби, как это есть у нас и вот у ребят, которые сегодня присутствуют на нашем эфире. Обязательно, да, спасибо. Отмечайте свои дни рождения и дни свадьбы в круизах. Это очень-очень интересное событие. Во-первых, вас будет поздравлять весь ресторан, аплодировать, когда вам принесут какой-нибудь поздравительный тортик. Возможно, украсят вашу каюту. И, ну, смотря, конечно, какая линия, но всегда-всегда все очень доброжелательно относятся, весь персонал с таким уважением и ухаживанием к вам, что у вас такая интересная происходит дата. Да? Вот, например, если вы где-нибудь... празднуйте дни рождения. Каюты очень здорово украшают, всякие шарики бывают, да. Ленточки смешные. Хэппи-бёрдэй там. Да, и когда... Надо предупредить, да, что у вас будет этот праздник. И многие даже уже, вот у меня знакомых очень много спрашивали, а как же справить свадьбу на лайнере. И у нас уже прям чуть ли не традиция, у нас несколько семей уже едут. Ну, конечно, не саму свадьбу, бракосочетание они будут делать в своей стране, но... Там вот праздник, чтобы остаться... Церемония, да, церемония. Украшенный зал и красивый фотосет, и самые близкие друзья, которые тоже поедут с вами в круиз. Это на всю жизнь на впечатление. Поэтому дни рождения мы тоже любим встречать именно в круизах. И дни свадьбы. Конечно, это... Да, конечно. ...соотношение. Вот правильно вы сказали, Алена, что вы когда уезжаете со своей второй половинкой, в какую-то экзотическую страну, на красивом лайнере, идете в рестораны, в театры, всегда у вас будут хорошие романтические отношения. Так что рекомендуем. Да. Благодарю, друзья. Вообще, ну, я считаю, вот пишут нам спасибо за полезный эфир с великолепной парой. Это про вас. Спасибо. Да, полностью согласна. Да, друзья. Ну и еще вот еще хотелось бы спросить у вас по поводу фотографий. Да, вы вот столько много делаете фотографий. Я знаю, что у вас сын профессиональный фотограф, но я так подозреваю, тут уже спрашивают про бизнес. Наверное, наши партнеры. Расскажем, конечно. Да, вот хотелось бы узнать, ну, наверное, Марк, это вы уже просто отработали какую-то свою технику вот, видео и фотосъемок. Я в восторге от ваших снимков. Ну да, многие задают вопрос, а кто вас снимает? Да, да.
сколько стоит этот оператор и так далее и тому подобное. Оператор, вы знаете, у нас один и на все времена. Это хороший штатив, то есть для видеокамеры, для телефона. Телефон. Как правило, мы даже уже не пользуемся видеокамерой. Достаточно хорошего телефона, который снимает эти все фото, видео. И у нас очень действительно много после этого контента, которого можно потом вставлять уже в какие-то ролики и так далее и тому подобное. Да и самому на память остается очень много. Мы любим это делать. Мне еще телефон нравится. Все время напоминание. А в этот день 3 года назад посмотрите, да, вот там целая карусель фотографий, боже. Поэтому, конечно, это очень здорово, что это на всю жизнь. Да, вы больше конечно. Делаете действительно вот таких каких-то запоминающихся фото. Я знаю, что многие мужчины не любят фотографироваться. Да, это наш как бы такой бич. Мне даже вот Вика говорит, давай я тебя сфотографирую. Я говорю, Вик, я не хочу. А с тобой, да, без проблем как бы. Вот, поэтому, вы знаете, я вам честно скажу, что на лайнерах довольно-таки дорогое удовольствие. Когда вот вы просто-напросто приобретаете такое вот устройство, я да, вот сейчас это, покажу. Да, то... А вот, кстати, лежит Вик. Да, то есть... то без проблем абсолютно вы можете фотографироваться вместе, вот, и спокойно потом выставлять это все-все-все, да, то есть достаточно вот такого вот, это меньше зонтика, ага. Да, да. С собой в сумочку, он выдвигается, ага. Да, то есть очень высоко, выдвигается там на несколько метров, да, вы выставляете, есть дистанционный пульт, подключаете его к телефону, отходите там на 10-20 метров, делаете видео, а потом просто-напросто монтируете это, и все. Супер, вам супер, благодарю. Ни фотографов, ничего, потому что иногда бывает, Вика говорит, давай вот попросим кого-нибудь. Ну, у людей далеко не у каждого руки растут из того места, да? Да, да, не всегда получается. А здесь ты сделаешь несколько вариантов, и ты знаешь точно, это классно, да. Поэтому берите себе только на заметку, да, и у вас будет очень много классных фоток. Даже если вы едете один, одна, да, то это очень спасает, да, потому что многие говорят, а мне некому было сфотографировать, да, или еще что-то там, человек не умеет. Поэтому вы обезопасили себя. И, все знаете, в наших руках, абсолютно. Да. Вот что в наших руках, да. 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 Да, друзья, по поводу бизнеса. Как вы пригласили своих первых партнеров, вот спрашивали. Ну, тоже интересно, сейчас-то понятно, вы уже, ну, всем известны, а вас уже видят в Инстаграм, а вот как, с чего все начиналось? Мы потихонечку начали всем рассказывать. У меня была такая страсть, я хотела всех обязательно повестить об этой шикарной идее. Каждый день там по 4, по 5, по 10 встреч у нас. Мы еще тогда совмещали, у нас был бутик одежды. Люди, которые приходили к нам посмотреть, выбрать себе что-нибудь. А мы заодно говорили, да подожди, смотри, какая тема. У нас вообще новый клуб, и мы собираемся в путешествие. Вот мы просто рассказывали. Мы рассказывали много-много-много-много. А потом мы собрали презентацию первую такую, скажем, на 30 человек пригласили Наталью в Ригу. Она нам тоже помогла и тоже рассказала со своей стороны. И там же в этом, кстати, бутике мы их встречи проводили. Так что первые пятерки и мою марку мы закрыли вот буквально за месяц, потому что была такая жажда и страсть всех-всех обязательно повезти. Ребята, ну это просто уникальная идея. Ну да, первое понимание было такое, как может любой человек упустить эту возможность. Да. Да? Как они это не понимают. И, то есть мы в первое время даже не догоняли, как это. Люди многие, нет, 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 нет. Но понимаете... Я вообще не понимала, да. Как можно отказаться, что вы не понимаете. Во-первых, люди это может не нравится. Да, люди никогда не скажут вам нет, они скажут себе они нет. Они себе говорят. Конечно. Да? Поэтому не воспринимайте не это нет, да, что это для вас. Понимаете, как говорит наш президент Майкл, да, что наше предложение абсолютно для каждого человека на этой земле. Но не каждый человек на этой земле для наших предложений. Да, поэтому вот это осознание, когда к вам приходит, да, вам не нужно лишь бы кто, да. Вам нужны люди те, которые вот так вот возьмут вас за шкирку и скажут, я хочу, я требую. Да? Да. И потом, слушай, а съезди, пожалуйста, вот уже, когда ты поедешь. Вот, вот такие люди вам нужны, да. И поверьте, когда они будут там 2-3 года, они будут именно такими.
Потому что сейчас у нас вот, Анжелина, да, опять в круизе в очередной раз, да, она сейчас уже директор, да, то есть это все по нарастающей, идет, это не за один день делается. И если у вас есть выдержка, да, то однозначно у вас будут результаты. Главное выдержать вот это первое время, да, потому что у меня есть такой пример, я, допустим, когда занимался спортом, да, есть вообще в вашем окружении, которые люди выдерживали, скажем так, вносили деньги изо дня в день во что-то, но не получали ни копейки, да, там 5 лет, 10 лет. Ну, да. Вот, пожалуйста, смотрите на меня, да, я 16 лет вкладывал в это, вытаскивая из семьи, да, чтобы вот этим заниматься. И только через 16 лет я начал хорошо уже зарабатывать на этом, да, то есть выдержка, да, дисциплина, и все будет, да. Главное вот, и вот это, да, и свой личный пример. То есть вы путешествуете, вы рассказываете, вы не сдаетесь, да. Человек считывает. Почему? Потому что должно быть доверие, во-первых, к вам. Вы хотите, чтобы доверие у вас было через 2 недели, через месяц, через 2. Человек должен приглядеться к вам. А сдадитесь вы или нет? И вот когда уже проходит определенный срок, человек смотрит, слушай, он не сдался, у него все лучше и лучше, а я что сижу? Да, ну, такие вот тоже моменты тоже надо учитывать, потому что все мы хотим очень быстро всего. Да, многие сдаются, потому что одному другому сказал, все покрутили у виска, сказали, что это секта и все такое прочее, куда ты попал, и люди начинают сомневаться и, ну, терять свой интерес к этой теме, и так вот, конечно же, не достигают тех целей, о которых думали, от которых мечтали. Конечно. Да, ну, да, вот жить, жить надо так, именно, чтобы... Да. Это мой случай, да, потому что 4 года подряд моя сестра, да, она крутила у виска, говорила, куда ты вляпался, что ты опять в какую-то секту вошел, еще что-то, ты 5-10. Через 4 года она поехала первый раз в свой круиз. Она приехала, она переругалась абсолютно со всеми своими подругами. Я говорю, Илина, что ты делаешь? Она говорит, они идиотки, они не понимают, как это круто. Я говорю, а что ты 4 года мне говорила? Да. Поэтому... Поэтому, друзья, долго не думайте. Уже мы не раз, и я думаю, что сейчас есть слушатели, которые и Виктория, и Марк предлагали, да, вот вступить в наш клуб, и я предлагала вам вступить в наш клуб. Долго не думайте, берите пример с нас, присоединяйтесь, разберитесь с этим, прежде чем сказать «нет». Вы отказываете не нам, потому что с вами или без вас мы будем путешествовать, а вы... Очень классные слова. Да. Спасибо большое, ребят. Я очень благодарна, что вы сегодня с нами. Я уверена, что мы сегодня погрузили наших слушателей именно в круизную среду. Вот такая у меня шикарная рубрика. Я благодарю своих гостей, которые откликаются. И все больше и больше мы рассказываем о наших путешествиях, о наших возможностях, о нашем клубе и о том, как быть счастливым. Я считаю, что путешествие, человек, который путешествует, он, безусловно, счастливый человек. 100%. Да. Спасибо большое. Благодарим. И до новых встреч. Благодарим. Может быть, увидимся, да. Хотелось бы как-то с вами попасть в круиз. Давайте, мы не против. Мы только будем рады. Да, договорились. Обсудим. Да, супер, супер маршруты. И я знаю, что, друзья, у нас очень много сейчас, у нас уже почти миллион, больше миллиона, почти 1,5 миллиона партнеров в клубе, и поэтому встретиться в круизе – это вообще такая возможность, которую, может быть, буквально в каждом круизе есть наши партнеры, в каждом. Абсолютно. Мы обязательно, да, обязательно встречаемся, то ли это из Казахстана, то ли это из России, из Латвии, из Америки, из Италии. Обязательно встречаемся со своими партнерами. И это тоже очень приятные встречи. Согласитесь, что вот среди моря, среди океана встретить своего друга или партнера по команде, это тоже очень здорово.
Спасибо большое, да. Благодарю вас, благодарю, дорогие друзья, за ваши огонечки. Нам вот шлют и огонечки, и сердечки. Спасибо. Еще присоединяются к нам наши слушатели. Может быть, еще есть вопросы? И поставьте нас с авторами. Тоже разместите. Да, обязательно. На нашей странице. Если есть вопросы, пишите, мы всегда рады ответить. Хотим вам еще раз пожелать. Открывайте мир, путешествуйте, дарите эти эмоции не только себе, но и своим родным, своим деткам, своим родителям. Да, это самое интересное, что они испытывают с вами эти же чувства. Это очень классная идея путешествовать с семьей. У нас, кстати, есть семьи, которые встречаются именно на лайнере, да, потому что живут в Ростове. Кто-то живет в Латвии, кто-то живет в Англии или в Германии, встречаются все на борту какого-то лайнера. Мы встречаемся с партнерами постоянно. И вот, например, в прошлом году мы были на MCC World Europe, мы шли по променаду, и каждые 5 минут кто-то: «О, Виктория Марк! О, Виктория Марк!» И мы всех знаем. Представляете, какое у нас сообщество людей, там с разных стран. Кто-то с одной стороны, кто-то с другой стороны. И просто это такое большое сообщество людей, влюбленных в мир. Поэтому это здорово. Присоединяйтесь, вы тоже будете много путешествовать. Мы даже, знаете, иногда как встречаемся, не просто на борту, а лайнер к лайнеру подходит в каком-то порту. Да, да. И там в окно... А, Светлана была, помнишь? Да, да. Давайте, да, на балконы выходим, да, и вот так друг другу. Потому что мы в интернете видим, кто ведет какие эфиры. Да. Мы знаем, что мы стоим в одном порту в Генуе, и мы друг напротив друга передаем друг другу привет. Представляете, вот так вот много нас... людей, влюбленных в круизы, это очень здорово. Так что присоединяйтесь, да, тоже. А действительно очень здорово. Спасибо. Благодарю, друзья. Так не хочется с вами расставаться. Ну, ребят, мы обязательно еще пригласим Виктория и Марка в нашу рубрику. А если у вас нет вопроса, то мы их отпускаем. Спасибо большое, ребята. Я очень рада, что мы сегодня провели такой зажигательный эфир. Я надеюсь, что мы помогли какому-то количеству людей принять решение в пользу нашего клуба, в пользу нашей команды, в пользу нашего образа жизни, любителей путешествовать, и добро пожаловать. Хорошо. Вот вам уже пишут, куда можно написать. Пишите в личку, найдете нас. Спасибо всем. Спасибо. Было приятно с вами, Алена, пообщаться. Благодарим вас за приглашение. И, ну, вот, кстати, тоже присоединяются ребята с нашего... Да, да, наши, да, Миллер, Сергей. Да. Сергей, кстати, будет праздновать скоро свадьбу на круизном лайнере. Это тоже очень красивое событие. Ой, я ничего не путаю. Замечательно. Будем следить. Еще раз. Да, следите за нашими публикациями. До новых встреч. Спасибо. Пока. Всего доброго.